В ближайшую субботу, 22 апреля, в Сергиевом Посаде пройдет очередной большой субботник. В этот раз на Клементьевском поселке. Организаторы, администрация округа, совет депутатов, общественная палата, активисты, неравнодушные жители. Убираться будут на нескольких площадках. В некоторых местах уже провели предварительную опиловку старых и больных деревьев. Одна из площадок – пустырь вдоль школьной улицы на месте снесенных аварийных домов. Клементьевка. Район города меняется, становится лучше, ярче, сносятся старые дома. И мы приглашаем вас принять участие в субботнике, сделать наш округ лучше, чище, ярче. Приходите, будет полевая кухня, музыка, хорошее настроение. На субботник ждут всех желающих привести город в порядок. Начало в 10:30 утра, место общего сбора у Дома творчества «Родник».